как такой удар можно взять? Меня заебало, блядь. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет видосик, о котором так долго многие просили. Самая лучшая карточка FIFA 17. Все статы 90+. А если дать ей улучшалку, все статы будут 99. О май гад! 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Бля, ну это, конечно, очень смешно, что лучший игрок за всю историю FIFA не имеет геймфейса. И Electronic Arts, какого члена? Да, даже у каких-то обоссанных бичей лица есть. А у Найнголана, который из года в год получает точнее, карточку, нету лица. И да, пацаны, я также собрал лучшего защитника, который есть в FIFA 17, Смолинга, его розовую карточку, который... Ну, я просто не знаю, что должен творить. Если обычная карточка так ебошит, то розовая должна просто уничтожать. И да, пацаны, я понимаю, что кто-то уже, возможно, делал подобные ролики, но мне абсолютно похуй. Я должен был сделать этот ролик. Я даже купил форму под Найнголана, поэтому выпуск будет. Скорость, смотрим на скорость. PS 99, ой-ой-ой, он летит. Его хер просто остановит. Вы посмотрите на это, блядь. Но, к сожалению, ударить не получилось. Так, Раджа Найнголан проигрывает вверх обычному Найнголану. Вот это уже подозрительно, если честно. Найнголан, ну-ка, лонгшотик. Ебать. Ну, это было сильно. Конечно, безумно жалко, что Раджа Найнголан не финтится в реальной жизни, поэтому у него лишь 3 звездочки. Надо, короче, заспамить ему Инстаграм каким-нибудь хэштегом, типа Раджа Найнголан, пофинтись там, что-нибудь такое, блядь. Что такое мяч у меня? Что ты свистишь, блядь, мяч у меня? Это, кажется, красная карточка. Нет, пожалуйста, судья, только не порти мне все к хуям собачьим. Гандона кусок, блядь! Красная карточка, ну просто пиздец. Ну-ка, блядь, нахуй, штрафной удар. Затестим его, на... Что это, блядь? Блядь, давать особо некому, поэтому я сам ёбну. И забью 1-0. Ну, покедово. Следующий соперник, АПЛ-очка, розовый бои, Смолинг и Батланд. Круто. Нихуя, ты чё, чувак? Ты чё, ты дурак, что ли? Ну-ка, нормально себя веди. Так, Найнголан. Ну-ка, Найнголан. Ну-ка, Найнголан. В дальний угол. На нахуй. Пас на Раджу. Раджа. Ой-ой, как круто ушел на дриблинги. Удар. Что, блядь? Удары 99. Как можно не забить, блядь, с такой дистанции? А, ну охуенно. У меня защита как кусок говна играет, но штанга меня спасает. Спасибо, Эриксон. Только, блядь, попробуй не забить. 1-0, наконец-то, блядь. Ты давно должен был это сделать. И не с 5 метров, а с 40 тысяч. Да. Как-то очень быстро мне забили, вам не кажется? Уф. Так, так. И вот так вот, блядь. Так, еще раз попробуем сейчас красиво сделать. Красиво, красиво. Блядь, да Батланд, сдохни. Ты заебал. Да это просто пиздец, такую красоту испортил. В одно касание почти, на нахуй. Как такой удар можно взять? Шутинг 99, блядь. Найнголан, опять Батланд тащит. Найнголан. Найнголан, ну-ка лонгшот, пожалуйста. Наконец-то, блядь. Вот какие удары я жду от Найнголана. Именно, блядь, вот такие. Когда никакой Батланд даже спасать не будет. Наконец-то, блядь. Найнголан, еще один давай, штанга, сука. Да доиграл бы уже, осталось немного. Итак, пацаны, следующий соперник, Кейт. Собрал парень, поставил на фэрвое. Блять, как вовремя все не звякают. Алло, я ролик записываю, что? Уолкер, Уолкер. Ну, вот у Батланда как будто магнитится прям к рукам, знаете, вот когда мяч летит. Ни влево, ни вправо, именно вот прям по центру, блять, все нахуй хуярят. Ух, нихуя себе красиво сейчас сделал мой соперник. Блять, если бы у меня сейчас такая хуерга с лету залетела. Так, Мертенс, перебрасывай. Перебрасывай. Что? Как? Блять, вы не забиваете? Ну, чуть-чуть слегка нажимаю перебросить. Ну, Мертенс, ты-то что? С тобой-то что не так? Ты же настоящий форвард. Я уже устал бомбить из-за того, что, блядь, игроки с шутингом 99 не могут, блядь, с 2 метров забить. Так, так, так. Ну, блядь, если ты сейчас не забьешь, что... Джек Батланд самый лучший в мире человек. Иди нахуй!
Я понял, что не у меня мяч. Можно убрать эту ебаную хуйню с моего экрана, пожалуйста. Какой гениальный уебан на этой планете сделал вот эту хуйню по типу. Ты нажал паузу, и тебе прям в ебальник, блядь, вот эта табличка, блядь, ебаная, которую не дает тебе играть. Так, Салах, давай с ебаного ебучего прострела забьем. Я не знаю, как по-другому забивать в этой игре. Опа, пенальничка приехала. Смотрите, он сейчас угадает. Вот смотрите. Нет, не угадает. Найнголан, спасибо. Так, Найнголан, все. 3-0, 0 шансов. Так, еще один можно. Ну как, ну вот скажите мне, ну вот скажите мне, вот просто скажите, как Мертенс с ударами 90 с хуем не может попасть вот с 2 метров? Ну какую дичь они нам втирают, эти Electronic Arts, бля, по статам? Так, Найнголан, на нахуй, лови. Блять, ну ёб твою мать! Блять, что я делаю? Ну вот не живется мне спокойно. Мой голкипер ничего тащить не будет, конечно же, блядь. Ну ладно, тут я сам виноват, сам привез, никого обвинять не буду. Все, пацаны, так и заканчивается матч. 9,2 оценка у Раджи, 2 гола. Ну, неплохо, опять же, но все равно там есть моменты, которые, ну, он просто обязан был забивать. Итак, пацаны, последний матч на сегодня. 4-й, розовый смолинг, сон, бои, все как надо, но Батланда нет, не по канону. Так, Найнголан, что насчет Лонга? Ебать, вот это охуенно прям летело. Если бы не эта длинная шпала, то наверняка бы залетело. Блять, ебаный сон. Съебался. По поводу перехвата вообще у Найнголана все заебись. Тут вопросов нет, там даже и на обычной карточке все заебись. А вот насчет всего остального я бы не сказал, что там под 99. И лонгшот. Уолкер, ну ты мог сейчас такую красивую штуку оформить. Хорош, Найнголан. Найнголан, твой час пришел. Лонгшот. Блять, сука, Куртуа. Так. Найнголан. Да Найнголан, да как он не забил сейчас, блять. Ну, конечно, блять, давайте, Азар, блять. Не может никто Азара оттолкнуть, блять. Хуйня заебала, блять. Какого-то ебаного, сука, худого дрыща Азара не могут оттолкнуть, блять. Толпоебы, блять, нахуй, конченые. Хорошая статистика. Один удар, створ, один гол. Как же я обожаю это. Ну-ка. Блять. О, все, ГГ. Покедова. В этой игре все ясно. 2-0. Штанга от Найнголана. Это уже 4-я штанга, кажется, за выпуск. Я уже так на отъебись играю, настроения уже никакого нету, блядь. Когда чувак забивает первым ударом в створ, блядь, и у тебя сразу все, блядь, настроение к хуям и дизмораль полнейшая. Я даже забить не могу, блядь, гол престижа. Ну, хотя бы гол престижа забили, 3-1. Ты проститутка будет тянуть время, да? Ясно, понятно, в принципе, ничего нового. Ладно, пацаны, я не хочу даже доигрывать этот матч, никакого настроения нет. Сейчас с этим долбоебом бодаться на угловом флажке. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, как-то так получается. Про тест Найнголана, в принципе, много говорить не буду, вы сами все видели. Чувак забивал, конечно, голы, там лучший игрок матча, хуё-моё, но не сказал бы, что эти статы выглядели на 99, даже близко. То есть, чтобы вы понимали, обычно Найнголан у меня и то бывало забивал более крутые голы и ебашил намного круче, чем эта карточка, поэтому я не скажу, что она стоит своих денег. Да, она крутая, но определенно не стоит. Попрошу вас поставить лайк под этим видосом, подписывайтесь, еще не подписаны, с вами был я, PandaFX, и в пизду эту игру, блядь.